Всем привет, ребята! Вы на канале Пиксели снова. Сегодня мы будем открывать вот такую вот машинку Шопкинс. Cute Cars. Вот. Давайте, я тут уже отрезала. Где тут это отрезала я тут? А вот где-то, наверное, уже не помню даже, наверное. О, да. Опа. Открываем их по бокам. По штучке. Открываем бачка. И низ тоже откроем. Я все открою тут. Разорвем коробку. Чтобы было удобнее открыть. Мне так должно быть удобно. Все, вытянула. И как всегда. Сейчас посмотрим, какая машинка. Вот, открываю. И у нас какая? Ого, да тут их много. Ладно. Так, открываем. Так, надо сделать. Опа, оторвала. Теперь надо... Я тут мучиться буду. Вот у меня, это не первая машинка у меня уже была. Я потом вам покажу. Фотки будут такие. Эх, как сложно. О, ножницы возьму. Машинка. Если я случайно что-то порезала в машинке, это была не я. Так, чуть-чуть еще оторвать надо. Опа. Все. Нормально. Теперь надо открыть. Ножницами надрежем. Опа. Нет, чуть-чуть еще надо. Что такое? Я должна не резаться. И есть. Ну, маска такая не вылезает. Ладно. Аккуратненько надрезала. О, она там двигается. Значит, я где-то отрезала. Чуть-чуть. Что, как ее открыть? Чуть-чуть надо еще там дырочку. Как долго, ребят, я буду с этим морочиться? Понимаете, как это долго? Ну, вот так я с этим разберусь, этим монстриком маленьким. Дырку нужна, помощь нужна. Наверное. Так. Надо было нажать-то Шопкинса. Вот. Я этого не знала. Но потом нажала. Вот, у меня такой Шопкинс в шапке, наверное. Я не знаю, что это такое, но, наверное, шапка. Посмотрим, что машинка умеет, или она просто ездит. Открывает что-нибудь. Ну, позапрошлая была вот такая. Она открывалась, вот. Машинка, у нее и пока что. Она, у нее открывалась вот эта штучка. И у нее был вот такой вот, я, вот, вот такой вот пунктик. Красивый. Который можно туда засунуть. А у этой какая-то штука. В машину тоже можно положить, но очень сложно засунуть. Вот. Я вам всех их покажу. Вот. И то, что я могу, это вот такого маленького монстрика у меня есть. Вот такой монстрик. Ой. Вот такой. Зайка.
еще один. Туфелька есть. И вот такая туфелька. Я не знаю, как показать туфельку нормально. Потом уберусь тут. Есть вот такое, вот такой вот полочка. Она что-то делает. Открывается. Выбирать можно полочку и засовывать. Есть мыло. Пик-пик, пик-пик. Есть граммофон, наверное. Я не знаю, как это назвать. Мыло для рук. Шляпка. Я не уверена, что это Шопкинс, но это Шопкинс. Кружечка. Кружечка и вот этот пакетик мне больше всех нравится. Потому что можно ее положить вот так вот. Последнюю я показывала. У меня... Ой, ты упал. У меня вот это и какая еще? Вот это и вот это, наверное. Нет, это айскрин. Какая у нас... А, вот она. Frozen Yakart. Какая-то вишенка. У нас вот она. Вишенка. И пончик. Donut. Я хотела еще арбузик и клубничка. Вот. Арбузик, клубничку, печеньку. Еще я хотела попкорн. Вот, и у меня есть немного больше Шопкинс, это такая шоколадка, но я ее не взяла, потому что я ее где-то потеряла. Я уже не помню, где потеряла. Так, я все скину в мусорку, типа. Короче, уберу на полку пока что. Все, и сравним машинки. Подскинем все на пол. Вот одна машинка, вот вторая. Как вы думаете, какая лучше? Пончик или морозка какой-то? И какой из этих маленьких лучше тоже? Вот этот маленький. Вот так вот, как бы. Мне кажется, вот эта морозка и вот эта машинка лучше всех. Я думаю, что вот это не лучше, потому что у нее ушки почему-то тут, а не тут. Мне нравится вот эта печенька тоже. Я не говорила. Очень нравится. И два из них мне нравятся. Вот эти два я говорю, что нравится, наверное, уже не помню. Вот эта шапка и мыло. Хотя вам покажу. Потом напишите, или я не знаю, что вы сделаете. Может, подключу комментарий, может, нет. Вот такой котик мне нравится, потому что он котик, а вы все знаете, что я люблю котиков. И вообще-то у него хвостик сзади. Такой миленький. Туда можно налить водичку, белые ушки. Вот. А вот этот мне нравится, потому что у него ушки и хвостик малюсенький. И еще у него маленькая мордочка. Давайте я вам поближе покажу, слегка маленький. Вот. Очень мило, очень красиво. Давайте теперь я вам покажу все фотки. Все покажу, короче. Собачка такая вот, хвостик, ушки и личка. Такая полочка. Вот, я вам ее показывала, она выдвигается. Вот такая вот туфелька, самая блестящая, наверное, это единственная, которая мне попалась блестящая. Мыло, там пузырьки нарисованы, будет очень плохо видно, наверное, на камере. Вот такая, нет, я уже показывала полочку. Вот такое мыло, тут мыло нарисовано и капля.
пончик я вам показывала. Красивый. Крошку тоже показываю. Давайте их расставим красивенько. Кстати, у меня есть домик, и там понятки. Помните прошлое видео? Там такое было видео, и... Ну, если кто не смотрел, будет видео такое было. Вот, поищите потом на канале, кто не видел. Вот, давайте все их расставим. Прикольно. Так много их. Кстати, я собираю такую коллекцию. И еще теперь я буду собирать коллекцию Cute Cars. Вот. Они едут. И... Нет, не получилось. И они едут. Давайте их поставим. Поставим. И это будет конец. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. И поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пока-пока. Увидимся.